следующая песня называется «Диагноз». На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках, на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил, вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не на раском я, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну, давай, не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, то упрячет желтый дом. А все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум, не заходит Эрти слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если Кащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Кащенко не стал. Но и врач не лыком шит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку, и я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповая на Бурденко. Он объяснят, что не душевно, а духовно я больной. Род мой крепкий, все в меня, правда, прадед был незрячий. Шурин мой белогорячий, но ведь Шурин не родня. Доктор, мы здесь с глазу на глаз, отвечай же мне, будь стор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор мой, санитары и светило, все смутились. Законное светило закатилось за спиной. Щечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал во благо, жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное грудь пронзило, как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит паралет. Это значит паралет, это значит паралет.